Всем доброго суток, мои дорогие, любимые, приятные зрители, с вами Юранка. И, собственно, как вы помните, я обещал, значит, в предыдущем ролике, это было приблизительно, наверное, около месяца назад, потому что после заказа карты мной, вот, новой, еще одной Kiwi, по какой-то причине ее очень долго изготавливали, это продлилось приблизительно то ли 7, то ли 9 дней, потом, пока ее доставили, это заняло еще 3 дня, и пока вот у меня... Ее сегодня забрали с почты родители. Это вот сегодня, собственно, 17 июля 2018 года. Это было... Забрали они приблизительно, наверное, знаешь во сколько? Рано очень, рано. Где-то часов, наверное, в 11, где-то около 11. Ну, собственно, значит, я им передал свои паспортные данные, грубо говоря. Они, как положено, возвещение все заполнили, собственно. Ну и вот она, карта у меня в руках. Что ж, давай сразу же ее распакуем. Эта карта называется, я вновь напоминаю, я заказывал, кто не смотрел предыдущий ролик, посмотрите, называется Team Play, в которой вместо вашего, собственно, имени и фамилии на карте вы можете выбрать ваш никнейм. Также на сайте была нарисована информация у Kiwi, то что Team Play написано, что закажите карту с вашей любимой игрой. На самом деле там была нарисована Counter-Strike. Там было Counter-Strike, если я не ошибаюсь, то ли Source Counter-Strike, то ли Global Offensive на фоне стены, собственно, оружия и руки, и со спреем на стене, если я не ошибаюсь. Приблизительно так. Ну что ж, я выбрал свой никнейм, я ввел, собственно, Юранка. Но обращаю ваше внимание, кто захочет сделать абсолютно любой никнейм, например, такие имена, как Диана Шурыгина, Владимир Путин, там, или Медведев, Песков, там, не знаю, Порошенко, Лукашенко и все остальные, я сомневаюсь, что одобрят Kiwi. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете. В особенности ни в коем случае нельзя вводить никакие оскорбления. Это точно будет отказом для получения вами карты. Потому что здесь необходимо вводить свой никнейм. Возможность с точками, там, запятыми, тире. Но кроме вот этой вот капельки такой сверху, как у меня, где написано название канала Юранка. К сожалению, эту штуку не одобрили, поэтому у меня Юранка будет написано слитно. Довольно долго что-то я распаковываю и занимаюсь постоянно ерундой. Сейчас я возьму ножнички. Ножничками будет попроще открыть этот конверт. И мы с тобой просто... Мы не будем сегодня смотреть, как мы ее будем активировать или еще что-то. Я вам обещал просто показать, как она выглядит. Я вам покажу, как она выглядит. И все. А все остальное мы с вами делали уже в предыдущей серии, где я все активировал, рассказывал, что и как сделать, как заказать и так далее, как оплатить и все-все-все прочее. Так, ну ладно, ножничками, собственно, все это дело вскрыли. У нас, как всегда, с тобой идет, значит, в нашем письмеце, как всегда, идет вот такое вот вложенное письмецо. Ну и, собственно, здесь две руки со спреем были. Вот она, ребят. Смотри, какая хорошенькая. Тимплей, вот, видишь, нарисованы руки. Здесь якобы спрей из Counter-Strike на вот этой вот части. И здесь вот, ну я не знаю, видишь ты или нет. Но вроде, по идее, ты должен видеть. Тут написано Юранка. Плохо видно, к сожалению, на камере. Еще свет плюс отсвечивает. Да, к сожалению, плохо видно. Но как-то так. Вот, Юранка, видишь? Там плохо, правда, видно. Но самое главное, что видно. Только вопрос в том, когда я буду в интернете что-то оплачивать, как мне вводить, собственно, имя, как на карте, получается. Будет тоже Юранка, что ли, по идее? Не знаю. Защитный код, как положено, QVC, или как там он еще называется, CVV, там, и так далее. Вот сзади то, что положено, все нарисовано, делает. Аккуратненько отклеиваем. Ну, собственно, с задней стороны она выглядит вот так. Ну, как и положено для любой, как бы, нормальной обычной карты. Также эта карта с PayWave. Я обращаю ваше внимание на вот этот рисунчик. То есть это бесконтактная оплата. То есть приходите в магазин, так вот ее так пик, прикладываете и, собственно, что-то оплачиваете. Годна она до 06.21, то есть до июля 2021 года. Мне это очень нравится, потому что целых 3 года.
Великолепно. За сколько я заказывал, я уже не помню, по-моему, 250 что ли рублей было приблизительно. Но, короче, ради никнейма, если вы фанатеете сами от себя, скажем так, или если вы фанатеете от какого-то там, может быть, блогера, вы можете ввести его никнейм, собственно, и заказать такую себе карту. К сожалению, рисунок другой игры какой-то выбрать не удалось. Я надеялся, что мне можно будет мое оформление с канала взять сюда и сделать, но, короче, не удалось. Kiwi Teamplay вот сверху, да, обратите внимание, также написано. Ну и, собственно, если бы там на фоне хотя бы там террористы были, или хотя бы какая-нибудь картинка из Counter-Strike, было бы, конечно, поприкольнее, а так, ну, в принципе, разнообразно, но при этом как-то и однообразно. Поэтому, ну, если ты хочешь видеть на карте свой никнейм какой-то, то, как бы, можешь заказать. А если ты хочешь какого-то очень большого разнообразия, то, к сожалению, не позволяет нам с вами сделать киви этого. Так что вот так вот. Вводите свой любой никнейм, его, если одобряют, собственно, ну и заказывайте, получаете карту. Изготавливается она дольше обычной, потому что здесь непосредственно другое оформление, и плюс ко всему также набивается ваш никнейм. Как-то так. В общем-то. Так что на этом все, ребяшки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте в ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. Еще на новых встреч, на канале, в группе, в новых видео, в новых играх и каких-то еще тоже так же интересных видеороликах. А меня ждет, собственно, регистрация данной карты на мой номер кошелька, на мой мобильный. И также что-нибудь еще для вас придумаю, интересненькое буду записывать. Ваше предложение также готов рассмотреть в комментариях к видео. Так что всем удачи, до новых встреч, спасибо за просмотр и пока-пока. С вами был Юранка.